Обласний фестиваль «Кірмаш та жінки» уже другий раз у Драгичині. Это означає опыт у тим, каб свято у виніку масштабних подрихтовчих намаганів отрималося ще лепшим. Хорошо благоустроены наши улицы, проведено много строительно-монтажных работ, значит, в учреждениях образования, культуры, торговли, улучшены наши дороги в городе. Огромная работа проведена по реконструкции городского парка. На подрихтовку до свята було накеровано більше 8 мільйонів білоруських рублів, прикладно 80% з їх з обласного бюджету. Винік у всіх аспектах. Город похорошев, став більш утульним і комфортним не тільки для свята, для життя. Благоустроили, много улиць, домов, много чого зробили. Цветов посадили много. Сам город стал красивее, и это уютнее, это приятнее. Поднимется немножко настроение у людей, какая-то вот. Может, ну не знаю. Ощущение. Да, другое, даже да. Гордость за наш Драгичин. Да. Дашинки район принял достойно и по организации самого свята. На концертной пляцовке святочный настрой с 8 ранницы задавали самодельные артисты. Багаті ассортименту, як головний виник усіх намаганняв, демонстрували на святочном кермаші 100 організацій гандлю, громадское харчування, бытового обслуговування, промисловых предприемств и индивидуальных предпринимальников. З ранницы у городе керівництво в області на початку знайомства с Драгичинской гимназией. Новий навчальний год гімназія почала капітально адремонтована повністю. Особливий гонор – плавальний басейн. Так само реконструйований і обновлений. Затим – огляд сільськогосподарчої техніки, яка випускається витворцями в області. Як особна чудовна країна, город майстров, усе цікаве, усе заслуговує детальового знайомства. Впечатлило те, що ми, і це, мабуть, найголовніше, що ми не забуваємо ті хороші традиції, які вже служили. Еще давно, и можно было сегодня наблюдать, в городе мастеров это те изделия гончарные, сказки и другие, которые идут из глубины веков. Это очень радует. Свято довжиться урочистим дожиночним шестем по головной городской улице под триумфальные гуки оркестра. Епіцентром його становиться центральна городська площа. Здимається стяг дожинок. Удільника фестивалю кірмашу святочної промови вітає керівник в області. Для нашей аграрной Брещины праздник дожинки особенно ценный. Прежде всего, потому что в него вложен огромный крестьянский труд. Недаром говорят, что земле обязательно нужен настоящий хозяин. Рачительный, заботливый и трудолюбивый. Радует, что в нашей области таких людей много. И сегодня я от души благодарю всех хлеборобов области за нелегкий, но очень благородный труд, который в нынешнюю уборочную страду увенчался хорошими результатами. Валовий збор зерневих без кукурузи склав 1 172 тисячі тонн. Урожайність 35,2 центра з гектара. В область у республіці по виніках жнива другая після Городинської. По виніках обласного споборництва лепшими признаються Малорицький, Брестський і Кам'янецький райони. Серед господарок – сільгаспредприємства «Святая воля», «Агрокоблинська» і «Біловежська». Ви ж розумієте, що комбайнери проводять тільки заключительний етап – уборку. А урожай куется, это механизаторы, которые пашут, которые вносят удобрения, химическая защита. И потом работники зернотока, комбайнеры, завершающий этап в этой битве, как мы говорим, за урожай. Поэтому урожай – это заслуга всего коллектива. Самый богатый на намолот экипаж у складе батьки и сына Владимира и Андрея Казимирчиков с птушкофабрики «Дружба». Да мне же это... то легко, а то я сейчас только по грибы сходил. Вы понимаете? Это для меня это жатва. Я люблю и я не могу. Мне нравится, я как бы с малых год ходил кататься вот просто на трактор, с малых, на комбайн просто ходил, мне нравилось. И как признание и удячность всем сельским працівникам за працу, великое театрализованное представление. Концерты и кермаш протягивались до позднего вечера. Люди святковали дожинки. Мы эти традиции будем сохранять и приумножать, и что-то будем преподносить каждый год новое. А что вам во время дожинок больше всего легло на душу как человеку? Человеку, что люди отдыхают и веселятся, это самое главное. Проскурия Якименко, Василь Полховский, Александр Воронин, телерадиокомпания «Брест».